Чрезвычайная ситуация, случившаяся на Московском мосту в Чебоксарах, вызвала широкий общественный резонанс. Огромная яма стала главной темой во всех СМИ столицы и России в целом. А уже сегодня на самом месте происшествия все выглядит так, словно никакой аварии не было. Как удалось так быстро ликвидировать последствия и в чем причина инцидента, разбиралась съемочная группа нашего телеканала. Еще вчера жители северо-западного района города Чебоксары с трудом добирались до дома. Всему виной огромные пробки, последствия ЧП на главной транспортной артерии столицы. Мы не ожидали, что так будет. Никто не мог предвидеть этого. Конечно, реакция была. Срочно восстанавливать, перегородили движение, восстановили. Все. Кто же виноват в случившемся? Погодные условия, нарушение технологии ремонтных работ или же безалаберность рабочих? Мы считаем, что здесь недоработка подрядной организации, поэтому в первую очередь будем решать с ними. Бюджетных средств здесь использовано не будет. Еще вчера вечером горожан волновал один единственный вопрос. Когда устранят обвал и восстановят движение? А уже сегодня ранним утром жители столицы смогли пользоваться мостом ветеранам. Было принято решение положить сюда не просто песок, потому что все равно ночью должен был пойти дождь, песок бы все равно вымыло. Поэтому мы положили туда бетонный бой, 25 тонн, 70 тонн песка мелкого боя, асфальтобетонного боя, асфальт, лом так называемый, 25 тонн, 30 тонн щебня сверху положили, все это укатали, 90 тонн песка и 13 тонн асфальта. Все закатали, проезжую часть открыли, работы были завершены в 12 часов ночи. О вчерашнем происшествии в самом сердце столицы Чувашии сейчас напоминают только собранные ограждения и забытые лопаты. Ну, сейчас вы видите, что дорожное полотно восстановлено. Мы пригласим сюда еще специалистов, экспертов, которые проведут обследование. И мы рассмотрим проект усиления полотна между стенкой и, значит, материком. Кстати, ремонтные работы по замене дорожного покрытия начались еще в середине мая, а закончить их планировали ко Дню Республики. По словам главы администрации города, ремонт моста будет закончен в срок. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.